Я всех приветствую на своем канале Infam, и с вами Лена. Сейчас я нахожусь в Киеве и хотела вас, конечно же, в этом прекрасном городе приветствовать. Вернее, когда вы увидите это видео, я уже вернусь домой, но я его выставлю. Затем также я сделаю вам рум-тур нашей комнаты. Как и в прошлый раз, мы остановились в апарт-отель-театр. Самое главное его преимущество, то что он находится на улице Богдана Хмельницкого и выходит сразу же на Крещатик. Вы находитесь в центре, везде можно просто добраться повсюду пешком. Ну и, конечно же, сами номера, они выполнены в очень красивом таком стиле барокко. Все подобрано со вкусом. И поверьте мне, уж я очень опасаюсь, когда наши люди что-то оформляют в стиле барокко, потому что очень зачастую это выглядит как-то чересчур, знаете, прям такой набор. А здесь все-таки было все сделано очень-очень красиво, все подобрано, каждый элемент. Как видите, в номере присутствует все, что вообще надо, и как бы тут же телевизор, кровать очень удобная, и люстры, как вы видите, просто прекраснейшие, высокие потолки. Не знаю, сама мебель. Есть даже кухня, где вы можете, там, я не знаю, если вам охота приготовить покушать, мы больше использовали, там, не знаю, себе сделать чай или с тем же холодильником, чтобы, может, там, какую-нибудь выпивку туда поставить. Довольно такой, ну, в общем-то, много пространства, и надо сказать, что действительно мы там отдохнули. Не скрою того, что обычно, когда я приезжаю на Украину, я настолько устаю, даже больше, если бы я работала, потому что, ну, сами знаете, у нас страна, к сожалению, очень далека вообще от каких-либо стандартов, и наши дороги более чем выматывают. Не знаю, бывала я в разных странах, наверное, таких дорог я еще нигде не видела, а буду очень честной. Ну ладно, не будем уже об этом. Так что, как видите, вот сами номера, и не знаю, мне очень понравилось. А также сама ванная, потому что там есть джакузи, и, как я уже только что говорила о том, что я настолько уставшая, и мне просто приятно, я не знаю, принять ванну, почувствовать себя человеком. И затем просто в двух шагах оказаться в городе, и мне не надо там ни метро брать, ни заморачивать голову с такси. Я думаю, что, конечно же, люди, которые знают Киев, знают, наверное, и места, где хорошие места, где можно остановиться. Но так как мы уже побывали в отелях Киева, я скажу, что мне понравилось здесь больше всего. Так что, кому интересно, кто тоже не знает, где можно прилично остановиться в Киеве, то могу вам посоветовать их номера. Что ж, на этом мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не делали. А я говорю вам, до следующей встречи в новых видео. Всем пока!